Приветствую вас, друзья! Если вас интересуют такие новости, поддержите нас лайком и не забудьте подписаться. На этой неделе Аргентина побила рекорды по жаре и холоду в течение всего 5 дней. Температура упала на 30 градусов по Цельсию, когда тепловая волна уступила место историческим снегопадам. Холодный фронт из Патагонии вызвал падение температуры в Буэнос-Айресе с 38 до почти 8 градусов в четверг. Рекордно низкие показатели для февраля с 1951 года, сообщила Национальная метеорологическая служба. Самая низкая температура в истории была 4,2 градуса в 1910 году. На этой неделе южноамериканская страна боролась с восьмой за это лето волной жары, когда в центре и на севере температура поднималась почти до 40 градусов по Цельсию. Но на этой же неделе, в пятницу, впервые с начала ведения учета выпал снег на низких вершинах гор Сьерра-де-ла-Вента на 560 километрах к западу от столицы Буэнос-Айреса, а в одноименном городе был зафиксирован минимум минус 4 градуса. По словам метеоролога Кристиана Гараваля, рекордные февральские минимумы были зафиксированы и в других местах, так как масса холодного воздуха с Южного полюса проникла в центральную Аргентину после пересечения Анд и соседнего Чили. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте подписаться, посмотрите еще вот эти видео, они тоже очень интересные.